В рамках акции «Поможем всем миром» сегодня 7 семей, которые находятся на социальном патронаже в отделе по делам семьи и детей, получили гуманитарную помощь продуктами питания. В наш отдел по делам семьи и детей обращается много семей с различными проблемами. Мы стараемся им всем помочь, но поскольку в городе проходит акция «Поможем всем миром» под патронатом главы администрации Ивана Сергеевича Приходько, естественно, мы обратились в общественную организацию и к администрации с просьбой помочь семьям, которые нуждаются в поддержке общества. В настоящее время семьи, которые сегодня получали помощь, имеют некоторые проблемы. Родители имеют проблемы со здоровьем. Некоторые семьи, родители имеют проблемы с получением документов. Поэтому, естественно, наши специалисты различными путями помогают им. И вот такая прекрасная возможность сегодня оказана гуманитарная помощь продуктами питания. Мы, конечно, очень благодарны всем тем людям, которые откликнулись на эту акцию и помогают семьям, нашим горловчанам, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Я предлагаю всем горловчанам, неравнодушным к судьбе детей нашего города, присоединиться к этой акции и помочь людям, которые организовали эту акцию, а также нашим горловчанам, которые нуждаются в нашей поддержке, в том числе и семьям с детьми. Меня зовут Евгения Стрижаченко. Я многодетная мать. У меня трое деток 10, 8 и 6 лет. Мы состоим патронаж на службе по делам детей. Без моей инициативы сами подали заявление на гуманитарную помощь. Буквально вчера мне позвонили и попросили прийти сюда к утру получить помощь. Это стало очень большой неожиданностью для нас. И вот пришла и получила отличный гуманитарный пакет. А что входит в этот гуманитарный пакет? Ну, насколько я увидела, это набор овощей. Есть картошка, лук, капуста, много фруктов, арбуз, дыня, апельсины, яблоки, бананы. И также и варенье. Вкусное и сладкое, наверное, для детей будет очень хорошо. Это гуманитарная помощь выдана в рамках акции «Всем миром» от городской администрации нашего города. Поэтому очень благодарны им за такую акцию. Почаще бы, конечно, в нашем мире это происходило. Спасибо.